Сейчас. Давай, покажи мне это если видео. Если нет, я неправильно скажу. Вот, смотри. Если ты мне это хотел сказать, ты же мог меня сам набрать. Ты пересмотри видео, возьми у своих старших телефон, мне позвони и скажи, что ты там увидел. Четко посмотри, что ты там. Если, да, если ты, тебе там показалось, подожди, да, я до конца скажу. Если тебе показалось, что я что-то в твой адрес сказал, я тебе лично говорю, вообще про тебя там речи не было. Я ему сказал, почему ты убежал. Потому что я не помню, почему он убежал. Про тебя там ни слова не было. Мог бы меня набрать и спросить. Мы в одном коллективе. А это не совсем правильно, что мы в одном коллективе, а ты что-то там про меня говоришь. Все. Понял? Все. Не твой уровень, да?